Друзья, всем привет! Перед тем, как покупать квартиру, обязательно проверяйте продавца на предмет его долговой нагрузки. Проверять нужно не только продавца, но и его супруга, либо супругу. Делать это нужно для того, чтобы понять, какова на сегодняшний день долговая нагрузка продавца. Потому что может быть такое, что он имеет несколько кредитов в банке, сейчас у него уже начинаются проблемы по этим кредитам, он избавляется от недвижимости, дабы избежать в будущем обращения кредиторами за взысканием. Поэтому обязательно заказывайте отчет, смотрите в этот отчет о его долговой нагрузке, о долговой нагрузке продавца. И если там все чисто, тогда можно спокойно покупать недвижимость.